Всякое может быть. Сейчас рядом троллейбус будет проезжать, заискрит на проводах и все. А там машина, главное, стоит. Может, просто выдрать. Ударит еще больше будет. Сейчас он взорвал, вон он выбежал, он снял. Полый, вот. Джафар, все взорвалось, скорые сюда надо, люди горят там. Все взорвалось. А, милиция. Бензин сейчас загорится. Я поэтому дверь открыла второе окно, чтобы не взорвало окна. Мужик голый, бедный, посмотри, все сгорело на нем. Все, все нормально, все нормально. Тут эта заправка взорвалась. Все дома, все дома. Давай. Ира дома плачет. Наша? Да. Ира где? Дома. Ира, твоя где? А там она, у нее занятие. Точно? Да. Мама, сейчас загорится. Давай. Пожарная приехала, все. Одет он, без, у него даже трусы, мам, сгорели на нем, он еле с машины успел, вот так охватило пламенем, он выбежал и загорелся. Дима, сбрасывай в YouTube, ты будешь первым, смотри, сколько людей снимает. Смотри, смотри, все. Кот убежал, спрятался. Вон там уже, вон там даже пожарные, газовые, там все, МЧС вон. Ты меня извини, они тоже. Так это... я в МЧС позвонила, вызвала, сказала, сейчас может взорваться. Посмотри, насколько летело, куда же. Тут все, я все снял. А этот парень перекрыл вон там движение с заправки, побежал туда, чтобы машин здесь меньше было. Посмотри, вон они приехали, возятся, посмотри. Так он перекрыл движение, он там в красной футболке парень остановил все движение, чтобы здесь машин не было. Нет, ну этого вы что, мужика не могут, это же самое. Вот это. А 0,4. О, посмотри сейчас. Вот их не возле домов заправки. Вот возле заправки, я же говорю. О, посмотри. Газовый баллон. Рика плачет, да? Рика плачет. Рика плачет. Алло, все нормально, ты где? Алло, ты слышишь? Ты где? Ты слышала взрыв? Тут заправка напротив нас взорвалась. Давай, давай, если все нормально, давай. Что тут? Посмотри, ну что теперь сделаешь? Стекла вот так вот полетели, диагональю стали.